Приветствую! Сегодняшнее видео будет интересно котам и, возможно, их хозяевам. Решил сделать свою настенную версию автоматической лазерной башни. Если ваши коты любят играть с лазерной указкой, а вы ленивая задница, то такая приблуда будет точно для вас. Дальше будет показан процесс сборки. Если вы тут только из-за играющих котиков, то смело мотайте на указанное время. Как обычно, STL-файлы деталей по ссылке в описании. Печатаем. Питание на электронику подается с обычного 12-вольтового блока питания через джек-коннектор. Он просто вставляется в корпус и прижимается креплением. Напряжение понижается с 12 вольт до рабочих 5 при помощи модуля на микросхеме XL4005. Первоначально его нужно настроить, открутив подстроечный резистор. В качестве мозгов используется Arduino Nano. Она также просто вставляется в корпус и прижимается креплением. Вся электронная начинка лазерной башни выглядит как-то так. Далее нужно соединить все потрошки по этой схеме. Первоначально припаиваем к модулю провода. К разъему питания присоединяем их через кабель наконечники. Если их нет, можно просто соединить концы проводов. Тут же впаиваем токоограничивающий резистор. Для подключения серп использую вот такие вот переходники. Питание развожу навесом через заложенную скрутку проводов. Дальше все провода соединяются по ранее показанной схеме. Крышка закрывается и прикручивается. Качелька сервопривода вставляется в крышку и также прикручивается. На второе звено на саморезы крепятся оба сервопривода. К держателю лазера также крепится качелька и прикручивается. После чего держатель крепится к сервоприводу. Для башни я использовал обычную лазерную указку, но ее нужно переделать. Питается на 3,5-вольтовых батареек. Соответственно, можно попробовать ее запитать от ноги Arduino, если немного ограничить ток. Проблема только в том, как достать до контактов. Для этого распечатал заменитель батареек с небольшим углублением по центру. Туда вставляется оголенный провод, являющийся минусовым контактом. Для надежности его можно также залудить. Псевдобатарейка вставляется в лазер и прижимается крышкой с отверстием. Вторым контактом является сам корпус лазера, поэтому второй провод можно также просто прижать крышкой. Ну и проверяем. После чего перематываем кнопку изоленты. И прижимаем лазер к креплению. Серво второго звена крепится к качельке в крышке. Еще нужно не забыть ее прикрутить. После чего подключаем серво и лазер. И вуаля! Репозиторий проекта, как обычно, по ссылке в описании. Там лежит прошивка для Arduino, а также небольшое описание проекта. Башня вешается на стену на два самореза, но никто не мешает поставить ее на стол.
На последнем этапе башня обязательно должна пройти контроль качества у котиков,